Ну что же, и так и скоро вам не понадобится рептор от комаров и от мух в том числе. Потому что и так и скоро полетят мухи. Совершенно другие, не летние назойливые, а зимние. И вот сегодня и сейчас я бы вам советовал задуматься о том, как к этому периоду подготовиться. Потому как наступит он, наступит достаточно скоро. Первый день жестянщика, знаете, середина октября, нежданчик такой. Затем уже ноябрь, президентские выборы в Соединенных Штатах, мы будем отмечать гололедом. Но мы не будем отмечать день жестянщика, те, кто задумался вовремя и приехал в Автоград. Но и мы не стали путешествовать по всей сети Автоград, потому как, ну, смысла в этом нет. Сеть же одна, единая, скидки одни единые. И на советской 160, и на Маржане 9, и здесь на Правдой 59, и, разумеется, на химчистке, и на Московской 50. И, разумеется, Автоград с целью обеспечить вам благоприятные условия для покупки автомобильной резины, потому как, ну, есть автомобили, на которые резина не самая дешевая. Это я к вопросу о тех диаметрах 17-18. Конечно, скидки он приготовил и спеццену. Но если все-таки неохота напрягаться и вываливать даже 36 тысяч рублей, сумму эквивалентную нормальной заработной плате, то есть, конечно же, и система кредитования от Русфинанса, Оптибанка и Мечелбанка. Ну и преклоняя колено перед теми, кто ездит на отечественных машинах, это ВАЗы, ГАЗы, ну даже Некси можно спокойно отнести к отечественным автомобилям. Ну, популярные машины, недорогие. Для них Автоград приготовил также недорогие комплекты резины. Ну, с хорошей скидкой. И теперь про скидку. Скоро, очень скоро появятся штендеры, появятся другие конторы, которые будут вам обещать сделать и дешевле. Но у менеджеров Автограда есть свои плюсы. Так вот, этим плюсом относится возможность сделать чуть дешевле, чем есть у конкурента. Но кто-то из не самых опытных может подумать и покритиковать Автоград, что типа вы выставили старье. Да нет, не старье. Абсолютно новые колеса, абсолютно новые модели. И абсолютно гарантированное качество. И вот тут мы можем говорить о том, что смысла бегать, искать, где дешевле, нет. Потому как хорошая резина, она вам прослужит не один сезон, это точно. Но здесь на Правде 59 вас всегда ждут. И ждут по 15 сентября. Потому как 15 сентября пройдет, скидки закончатся. Потому что, извините, в сезон продавать со скидкой это себе дороже. На сегодня и сейчас, купив, допустим, отдельно фирменный диск и отдельно сертифицированную резину, ведь вы должны знать, что в условиях гарантии написано, что вы должны использовать только тот типа размер, который рекомендован производителем. Так вот, менеджеры Автограда всегда подберут вам необходимую резину. Если вы, допустим, не хотите все время попадать на шиномонтажку, хотя попадать на шиномонтажку с вот этим условием, я, честно говоря, думаю, что вы не попадете, купите колесо-диск. И ко всему прочему вам здесь подарят подарок. Либо это будет канистра масла, либо что-нибудь еще полезное. Вот меня часто бесит некомпетентность и непрофессионализм. Потому что даже в интернет-изданиях люди работают, к сожалению, не самые профессиональные. Потому что, ну, наезжают на Таганрогке в автомобильный завод. Типа, ассортимент слабоват. Я скажу, ассортимент не слабоват. В прошлой передаче я уже называл. Сейчас не буду, потому что наверняка заткнусь, потому что некоторые названия автомобилей сложно у него выговорить. Но их хватает. И хватает этих автомобилей в Автограде. Теперь, что касается профессионального подхода. Ну, профессиональный подход от Автограда не вызывает сомнений. И поэтому ему-то и виднее, как грамотно продавать машины Hyundai и Don Invest. И к умению грамотно продавать автомобиль мы отнесем супер акцию. Теперь тот, кто приобретет автомобиль Таганрогского автомобильного завода, не может не заморачиваться о комплекте зимней резины. Вам ее просто подарят в подарок. Неважно, какой автомобиль вы приобретете. Теперь я точно знаю, где я буду снимать рекламные ролики. Где-где? В Автограде на Правде 59. Потому что вот она, рир-проекция. Это, к слову, о тех девушках, которые кривляются, когда вам рассказывают о различных, допустим, погодных явлениях на НТВ. Да-да, все снимается либо на синем, либо лучше, кстати, на зеленом фоне. Ну и в завершении, и поскольку с детства я люблю поэзию, я вам стишочек прочитаю. Так вот, братан, купив Тагаз, ты получи резину в раз.